Неделю спустя после начала акции протеста против приостановки украинскими властями процесса евроинтеграции на центральной площади Киева по-прежнему десятки тысяч человек. Более 7 тысяч студентов со всей Украины присоединились к манифестантам в этот четверг на площади Независимости под национальный гимн и призывы «Украина – это Европа». Обстановка на площади была мирная. За порядком следили немногочисленные сотрудники милиции. Многие собравшихся ждали новостей из Вильнюса, где проходит саммит «Восточное партнерство». Наше требование одно – подписать соглашение с Евросоюзом. Мы никогда не теряли надежды, никогда сражались с большевиками, никогда нас бомбили нацисты, никогда мы вышли из Советского Союза. Надежда умирает последней. Наша история – это часть европейской истории, и нам предстоит строить будущее не с таежным или таможенным союзом, не с азиатами. Наше место в Европе. При этом наблюдатели отмечают, что участники манифестации сами не знают, что будут делать дальше. Оппозиционные политические силы предлагают с 29 ноября требовать перевыборов на всех уровнях. Студентам в понедельник на занятия. Хотя украинское правительство заявило, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом не было подписано, собравшиеся в центре Киева надеются, что в последний день Вильнюсского саммита что-то изменится. Они не намерены расходиться, по крайней мере, до вечера пятницы, передает из Киева наш специальный корреспондент. Евронюс, Киев.